Здравствуйте! Сегодня воскресенье 14 марта 2021 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион Тель-Авив, Израиль. Аэропорт открыт, и на сегодня запланированы рейсы. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Париж, Франция. Два перелета в аэропорт Рамон Эйлат. Один в 10.00, второй в 10.15. Франкфурт, Германия, с остановкой в Париж, Франция. Лондон, Англия. Три перелета в аэропорт Рамон Эйлат. Один в 11.30, второй в 11.50 и третий в 12.45. Лондон, Англия. Два перелета в аэропорт Рамон Эйлат. В 13.45 и 13.50. Киев, Украина. Париж, Франция, Рамон, Эйлат, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Рамон, Эйлат, Киев, Украина, Баку, Азербайджан, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, два перелета в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, 22.50 и в 0.45. Киев, Украина, Париж, Франция, два перелета во Франкфурт, Германия, запланированы в 1:15 ночи и в 5:20 утра. Киев, Украина, запланирован завтра, 15 марта, в 5:30 утра. И три перелета в аэропорт Рамон Эйлат. Запланированы 6:40, 7:15 и 8:00 завтра, 15 марта. Итак, всего на ближайшие сутки запланирован 31 перелет. Из них, кроме 5 направлений, одобренных правительством Израиля, Париж, Лондон, Киев, Нью-Йорк и Франкфурт, были добавлены также рейсы в Баку, Азербайджан, и Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.